Ряд документов, которые приводят нормативную базу в соответствии с законом Московской области о городском округе Щелково, приняли на внеочередном 87-м заседании Совета депутатов. Среди них документы о переименовании профильных комитетов и положение о контрольно-счетной палате. Предлагается переименовать комитет по образованию администрации Щелковского муниципального района, комитет по образованию администрации городского округа Щелково, комитет по культуре и туризму администрации Щелковского муниципального района, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Щелково, комитет по физической культуре, спорте и работе с молодежью администрации Щелковского муниципального района, комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Щелково. И финансовое управление администрации Щелковского муниципального района, финансовое управление администрации городского округа Щелково. Важным пунктом на заседании стало утверждение исполнения и внесение изменений в бюджет Щелковского муниципального района и всех поселений за 2018 год. Важно отметить, что превышение дохода над расходами в бюджете района составило более 100 миллионов рублей. Всего доходов в районную казну поступило 7 миллиардов 500 миллионов рублей, а потрачено было 7 миллиардов 400 миллионов. Мы приняли решение об утверждении исполнения бюджета за 2018 год как по Щелковскому муниципальному району, так и по всем поселениям, которые входили в состав Щелковского муниципального района. Были рассмотрены ряд документов и приняты, которые приводят вот нормативную базу в соответствие закон Московской области о том, что сформирован городской округ Щелково. Кроме того, на повестку дня вынесли вопрос о переводе депутатских средств Владимира Павленко и Щелковской средней школы номер 10, которая должна получить в этом году помощь от области, в детский сад номер 32 на ремонт второго корпуса. Екатерина Сусенко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».